Приветствую вас. Я думаю, что ваши чувства понятны, ваши переживания, они понятны. Понятно, значит, ну, что вы чувствуете, понятно, как вы чувствуете. Это все безусловно, вот просто безусловно. Понятно, что вам неприятно, что вам тяжело. Вот. Но, вы знаете, мне кажется, что я выразил общую такую, может быть, позицию. Своих коллег, да, и свою собственную, если скажу, что мы не можем за вас принимать решение, расставаться вам, например, с мужчиной или нет, мы не можем за вас принять решение, вот как вы говорите, поддерживать общение, ждать свидания, вот. Это решать вам. Мы же не знаем, сколько времени вы встречаетесь с человеком. Да, может быть, вы встречаетесь там 2 года уже, так. Может быть, вы встречаетесь один месяц или 1 неделю. Мы же не знаем. Вот. Если первый вариант, то есть 2 года, тут одно поведение. Если второй вариант, 1 месяц, тут другое поведение. Вот. И другие моменты. А так вот просто говори, вам просто сказать, что знаешь, он вот такой, вот он там, не знаю, грубо говоря, там козел тебя обманывает, типа бросай его, он там Динамо, и вообще, ну это непрофессионально просто звучит. Даже вот я сейчас говорю, это мне неприятно. Поэтому в первую очередь нужно разобраться с тем, почему начал откладывать встречи. То есть вот с какого момента это произошло. Начало происходить, начало происходить. Есть проблема, обсудите ее. То есть задайте человеку прямой вопрос. Так и так, вот как в это время я чувствую, что ты начал там вот, ну, от меня отдаляться, к примеру. Я чувствую, почувствовал это. И что происходит? То есть я тебя, значит, там, не виню, я тебя, там, ну, не знаю, не давлю на тебя, да, я, там, грубо говоря, там, не требую от тебя ничего, да, ну, какого-то поведения, да, не требую от тебя, там, ты мне ничего не должен по-прежнему, да, вот, и так далее. То есть, вот, нужно учитывать, как бы, эти моменты, понимаете? Поговорить с человеком, именно поговорить с человеком. Я считаю, можно и нужно поговорить. Разобраться, поисследовать, там, уточнить, что происходит, почему происходит, как происходит, да, вот, и так далее. То есть это вполне можно сделать. А уже там, как и что дальше будет, да, это зависит от него, не от вас. Вот. Если вы спросите у него, вот спросите, как вот так и так, да, вот ты вот отдалился, вот почему, а он ничего не отвечает, да, вам, к примеру. Вот, ну просто вот ничего не ответил. Или сказал, да, все нормально, ты там, соответственно, вообще не переживай, да, там все хорошо.
Ну вы же видите, что не все хорошо. У нас получается, человек вас обманывает. Получается, человек не хочет идти на контакт. Но если он не хочет идти на контакт, значит, это его выбор. Все, здесь вы принимаете решение от него отдалиться. Опять же, не расстаться, как бы, вот. Не расстаться от него, нет. Расставаться от него, расставаться с ним вы не будете. Именно расставаться. Знаете? Вот. То есть не нужно сжигать все мосты сразу и вот либо черное, либо белое. Нет. Просто отдаляйтесь от него и все. Там уже дальше, в принципе, видно будет. Как и что. Вот. Понимаете? Это первое. Да? Второе. Значит, что меня, вот на что обратил я внимание, да, то, что вы говорите по поводу того, что вы ждете, значит, свидания, именно ждете свидания. То есть, вот для меня это, ну, такой достаточно серьезный показатель. То есть, почему вы ждете свидания я с ним? То есть, знаете, когда вы говорите, я жду с ним свидания, вы говорите, я хочу, к примеру, я хочу, ну, не знаю, быть, например, с ним. Вот что вы говорите, когда речь идет о том, что вы хотите свидания. Вот. Вы говорите, я хочу быть с ним. Почему вы хотите быть с ним? Для вас какое вот он, условно говоря, ну, значение имеет, да? Ну, вот это нужно, наверное, исследовать вам самой, потому что напрямую влияет это на то, как вы себя ведете, на то, что вы, ну, чего вы от него ожидаете, да, от человека и так далее. Дальше, значит, соответственно, очень важную роль играет осведомленность, степень осведомленности о его делах. То есть, ну, если вы знаете, что у него сейчас происходит в жизни, соответственно, для вас не будет новости, как бы, почему так себя ведет. Если не знаете, что происходит в жизни, надо спросить, если он не говорит, это значит, человек устанавливает границу и отдаляет. Все, тут все понятно. То есть, по факту, мы имеем дело с тем, что вы себе не доверяете, у вас нет доверительных отношений с человеком. По факту. Это вопрос к вам. Вопрос к вам, как вы выстраиваете отношения, как вы, значит, ну, строите их, по каким, не знаю, кирпичикам вы их выстраиваете и так далее. Это вопрос к вам. То есть это вопрос доверия себе. Вот вы сейчас, я уверен, вы уже знаете, как обстоят дела. Вы знаете, я уверен в этом. Вы знаете, что происходит, вы знаете, как вам поступить, знаете. Но вы не хотите. Вы не хотите так поступать. Почему? Почему не хотите так поступать? Ведь, казалось бы, да, добросово, потому что вы знаете, что если вы поступите так, например, как нужно, если вы поступите так, как вам вот интуиция подсказывает, вы потеряете что-то. Вы потеряете что-то, вы потеряете там, к примеру, для себя этого человека, ну, допустим. Вот вам этого не хочется. А если мы говорим о том, что вы потеряете кого-то, то речь идет опять же о ваших потребностях. То есть это именно потребности ваши. То, в чем вы нуждаетесь, то, чего вы хотите. В том числе, получить от мужчин. Вот.
И именно вот эта вот чрезмерная мотивация получить что-то от мужчины, естественно, она вами как бы управляет. Ну, это не в том смысле, что прям манипулирует, но управляет, то есть движет вами. А это движение, оно является не совсем здоровым. То есть это не поведение человека, который не зависит, там, к примеру, от своего партнера, допустим. Вот. Вот так. Проанализируйте, что вы хотите, что вам нужно, и можно будет после этого уже говорить, как вы можете это реализовать. Если реализовав это, вы захотите оставаться с человеком, если реализовав это, вы захотите все равно быть в отношениях и общаться, но при этом не ожидая свидания. Да, потому что вам они будут не нужны, вам будет важен человек, а не свидание. Вот. То выбор будет очевиден. То есть наша задача, как психологов, не подсказать вам решение, а сделать так, чтобы это решение вам было очевидным. Знаете, какая штука. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.